и земля была безвидна и пуста, и тьма. Над бездной. То, что грозило обернуться катастрофой, стало нашим спасением. Новая история человечества начинается здесь. В эту самую минуту. Что это? Какая-то форма жизни? Стивен Хокинг однажды сказал: «Человечество проживет недолго, если не найдет возможности вырваться в космос. Мы отправимся в звездную систему ТЭС в сотнях световых лет от Земли и создадим вторую Землю». Ну и кто ты теперь? Новый спаситель? Моя задача проще. Исход... в землю обетованную. Миссия создаст вторую землю, а мы попробуем спасти эту землю.